ООО «Дорожник». Предлагаем камень природный от 18 рублей за тонну. Фракция от 70 до 300 мм. И камень природный, фракция свыше 300 мм. Щебень из гравия и валунов. Песчано-гравийная смесь. Грунт. ООО «Дорожник». В Мозырском педагогическом искали Золушку. Девушку, способную покорить своей красотой, если не весь мир, то Гомельщину точно. Ее не вычисляли по размеру туфельки, талии, бюста, бедер. Копали глубже. Искали ум, творчество и харизму. Впрочем, на студенческом конкурсе красоты оценивалось все вкупе. В Мозырском государственном педагогическом университете имени Ивана Петровича Шемякина проходит отборочный этап республиканского конкурса «Королева студенчества». И в этот раз 6 участниц поборются за титул «Королева студенчества». Студенчество МГПУ 2022. 6 участниц, абсолютно разные факультеты, все яркие, творческие, интересные. Для них мы подготовили 4 интересных состязания, так называемых. Первое – это видеоконкурс, второй – конкурс дефиле в образе сказочных персонажей, третий – это ораторское мастерство конкурс, и четвертый конкурс они представляют себя в творческом направлении. 6 претенденток от каждого факультета педуниверситета. Красавиц в педагогическом достаточно, но вот решиться на участие в конкурсе нужна уверенность и мотивация. А если принимать в расчет тот факт, что у нынешней красавицы будущие учителя, то не на последнем месте творчество и интеллект. Это была непростая, упорная и честная битва грациозных, обаятельных и талантливых девушек. Несмотря на дружелюбную обстановку, каждая втайне верила – надеть заветную корону достойна именно она. Каждая женщина по-своему она красива. Допустим, стандартные 21 века, конечно, отличаются от стиля 90-х. Ну, посмотрим, кто выиграет, тот и стиль 21 года. Университета. Университета, конечно, а потом уже посмотрим, кто поедет на Гомель, а дальше на республику. Для меня это, конечно же, бесценный опыт, и я была бы рада, конечно же, выиграть. Ко мне обратились из БРСМ и предложили поучаствовать. Я, конечно, согласилась, потому что для меня это бесценный опыт, и я очень много я хотела бы попробовать. Для меня красивая женщина прежде всего означает интеллект, потому что, как говорит моя мама, красота – ничто без интеллекта. Красивая женщина – та, которая умеет правильно себя вести, которая умеет правильно себя подать, ну и, конечно же, та, которая ухаживает за собой. Да, это Мэри Поппинс, вы правильно угадали. Я выбрала этого персонажа, потому что, ну, педагогический университет, и Мэри Поппинс для меня, она по-настоящему педагог, у которой есть своя авторская методика. И я хотела бы быть похожа на нее не только костюмом, но и внутренними качествами, то есть уметь находить подход ко всем детям. Отметим, что очаровательная Мэри Поппинс стала той самой первой красавицей университета. Ольга Стрельцова, студентка филологического факультета, будет представлять Мозырский педагогический уже на областном конкурсе. Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».